Сочинец Роман Половинко занимается стрельбой из лука всего второй год, но он уже успел занять первое место на чемпионате Южного федерального округа в Таганроге. Теперь большие надежды возлагают на эти состязания. Готовились мы в хосте, ездили далеко, тренировались с утра. Надо было вставать в 6 утра, чтобы попасть на автобус и поехать в хост. Тренировались с 9 до 12. Мы отрабатывали спарринги, когда на соревнованиях финала, мы отрабатывали их. Мы стреляли контрольные, отрабатывали команды, все отрабатывали. В чемпионате принимают участие около 40 спортсменов из Сочи, Анапы и Новороссийска. Соревнования пройдут сразу в двух видах – в стрельбе из классического лука на расстоянии 70 метров и блочного лука с 50 метров. Проводить состязания в Сочи для спортсменов и для тренеров особенно приятно. Все соревнования, чемпионаты и первенства в основном проводятся в Сочи, потому что здесь база и центр спортивной подготовки по стрельбе из лука. То есть как бы все условия здесь нам соответствуют для проведения. Особенно после Олимпийских игр, конечно, город расцвел. Все дети получают огромное удовольствие, гуляют по городу. И с точки зрения безопасности, и красоты. Все соревнования здесь проводятся. Официальное открытие чемпионата и начало состязаний запланированы на завтра. Сегодня же участники проходят пристрелку. Спортсмены осваиваются на новом для них поле, ловят ветер, привыкают к освещению. Найти прицел, пристреляться, то есть прочувствовать поле, то есть как вообще стреляется, чтобы потом на соревнованиях первый день не быть удивленным, быть готовым. По итогам этого чемпионата будет составлена сборная Краснодарского края для участия в чемпионате России по стрельбе из лука. Кроме того, спортсмены смогут сдать на спортивные разряды вплоть до кандидата в мастера спорта. Итоги соревнований подведут 13 августа. Галина Захарова, Борис Осин, телекомпания ФКТ.